И всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ. И сегодня я снимаю видео, которое называется «Мама, купи мне пони». И давайте начинать! Мамочка, купи мне, пожалуйста, пони. Мы же пришли как бы в торговый центр не просто так. Ты права, доченька. Мы пришли в торговый центр не просто так, а за нужными вещами. Вещами. Ну ладно. Я хочу тебе купить новую юбочку, так как твой знак отличия – это цветочек. Думаю, что тебе подойдет юбочка в виде цветочка, потому что она очень хорошо сочетается, так скажем, с твоим стилем. Ну, мамочка, можно хотя бы мне купить какую-нибудь маленькую поняшку? Доченька, я не хочу тратить деньги свои на какую-то бесполезную ерунду. Поэтому, доченька, ты же все равно потом вырастешь, и все равно ты не будешь любить этих пони. Ну и что, мы их будем выкидывать? Давай лучше купим нужные вещи, которые ты будешь хотя бы пользоваться и носить. Ну, а одежда... я вырасту из нее, и она мне тоже быть не нужна. Но мы можем отдать твоим... двоюродным сестрам твою одежду. Видишь, она может еще долго проработать. А игрушки мы отдадим твоим двоюродным сестрам? Ну да, отдадим. Но им же уже несколько лет, им даже больше, чем тебе. Но размер у вас одинаковая одежда. Я не знаю даже почему. Но они же тоже в игрушки играют. В отличие от тебя, они так в игрушки не играют. Ну и что? Я все равно хочу пони. Ну, мамочка, ну, пожалуйста, ну, купи мне поняшу. Доченька, я тебе уже говорю. Никаких пони. Пойдем выбирать тебе костюмчик. Пойдем. Ух ты, неплохие юбочки, да. Так, вот именно вот эти розовые я с цветочками хотела. Так, посмотрим. Мне очень интересно. Доченька, Так, мам, знаешь, я просто не очень люблю юбочки, я же тебе сама говорила. Я больше всего люблю пони. Поэтому, мамочка, купи мне, пожалуйста, пони. Дочь, это обсуждается. Нет, я тебе никаких пони не буду покупать. Все, давай. Поиграем в молчанку, и ты будешь сейчас примерять одежду. Ну, мам, ну можно хотя бы посмотрю на пони? Ну или куплю. Я буду все делать. Ай, доченька, ну... Скажи тогда честно, ты будешь точно не играть? Не будешь делать так же, как со своим котиком пушистым? Я тебя купила, а ты в него даже не играла. Ты его потом своей сестре двоюродной отдала. Но она любит пушистые игрушки. Ну, если что, я двоюродной сестре и пони отдам. Так ты, значит, не очень хочешь пони? Нет, я очень-очень, я правда их не буду отдавать. Пожалуйста, мамочка, пожалуйста. Хорошо, можешь себе купить одну поняшку. Только смотри, не такую маленькую, потому что... Не, я, конечно, понимаю, маленькие дешевле, это выгоднее, но просто маленькие, блин, у них эти детальки, они будут по всей квартире валяться. Поэтому давай что-нибудь нормальное купи, хорошо, большую пони, чтобы она тебе лежала в какой-нибудь коробочке, чтобы ты нормально с ней игралась, там, не знаю, что делала, там, видео снимала, не знаю, что ты будешь с ней делать. Поэтому найди для нее, как говорится, нужное место в квартире. Хорошо, мамочка, найду. Ладно, я пойду пока посмотрю те юбочки. Ура! Так, интересно, а где же отдел с поняшками? А вот отдел с поняшками! Ю-ху! Я нашла его. Ну что ж, надо уже посмотреть, что там за поняшки. Мне уже не терпится. Так. Так, интересно. Это редкие поняшки. Я, конечно, в них особо не разбираюсь, но мне кажется, что они очень редкие. Так, значит, это, если я не ошибаюсь, вот это блестящее... Ой, юбочка упала. Так, если не ошибаюсь, то вот это блестящее поняшка. Это подружка вот этой вот Twilight Sparkle. Как ее зовут? Надо вспомнить. Ой, как она называется? О, ребята, а кстати, а помогите мне, напишите в комментариях, как зовут вот эту поняшку. Сейчас я вам покажу поближе. Ну, я ее точно хочу купить. Она подруга Твайлет, моей любимой. Ну, или искорки. Она блестящая. Хотя у меня вообще ни одной пони нет, но просто
я очень люблю вообще таких поняшек. Я их люблю смотреть очень. Так. И это, как я знаю, кузина Эпплджека. Вот и Эпплджек. Раритетная, блестящая. Это Саса Слаш. А это... Это Чудо-молния. Один из отрядов Чудо-молнии. Если не ошибаюсь, его зовут Салин. Я не помню, как его зовут. Это тоже два. Это искорка маленькая. Вот он, миниатюрная искорка. Потом миниатюрная Каденс. А еще у нас тут что есть? Кто есть? Флаттершай. Ой, она такая хорошенькая. И миниатюрная Селестия. И миниатюрная Каденс. Да, прикольные игрушки. Только какую бы выбрать? Пойду маме посоветовать. Она мне всегда подскажет. Поэтому она мне всегда подсказывала, что брать, что не брать. Поэтому я побежала. Так, где там мама? Надо ее найти. Мама! Так, я думаю, вот эта юбочка точно подойдет. Мама, 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 мама. А? Да. Мама, 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 мама. Да, доченька, что-то случилось? Ну, как тебе сказать? Нет, ничего такого страшного не случилось. А что ты так кричишь на весь магазин? Мама, мама, мама. Понимаешь, просто я поняла, какую я хочу пони. Она очень красивая, самая лучшая пони, Миля. Самая лучшая? Ну, что это за поняха, которую ты так кричишь, так скажем. Прям ужасно, которую хочешь. Значит, как бы я не совсем на нее хочу. Вот я как раз и решила посоветоваться. Там есть две мои самые любимые пони. Это раритетная Эпплджек и подружка Искорки Блестящей. Кисю, как ее зовут? Она мне подписчики напишет. Ну, хорошо. Ну, я, честно, в этих пони не разбираюсь. Но мне кажется, что ты сама должна в них разбираться. И подожди минуточку. Упс. Вот эта юбочка, она, видишь, сама к тебе просится. Ты ее должна примерить. И только потом ты уже пойдешь в свои пони. Там, брать. Ну, хорошо, примерю. Ой, доченька, как тебе идет эта юбочка? Все, мы ее точно берем. Ну да, неплохая юбочка, хорошая. Вот-вот, именно. А твою юбочку я сейчас я ее... Ой, прости, доча. Ничего, мама. Ничего. Я ее сейчас вот сюда положу. Ты эту снимай. Сейчас вот эту денешь. Так, какие-то бриллиантики всякие. Так, давай снимай ее и иди выбирай пони. Честно, доченька, мне все равно, какую хочешь брать. Я возьму тогда блестящую подружку Искорки. Так, вот я положила. Ну иди. Ура! Ура! А где моя пони? Ее уже купили. Так, ладно, тогда осталось Эпплджек, Рарити и кузина Рарити, Саша Слаш и еще Салин. Так, быстрее, быстрее у мамы спрашивать. Маленький, я не буду рыть, потому что мама говорила, что это они теряются. Мама, да, доченька, что случилось? Мама, мама, мамочка, мамочка, мамуля. Да. Смотри, там одну пони взяли, какую мне лучше взять? Значит, сейчас дышусь, Эпплджек, Искорку, кузину Эпплджек или Сарину. Ой, дочка, я не знаю, я вообще типа не разбираюсь, дочка. Давай ты сама выберешь, какая тебе больше нравится. Давай только быстрее, хорошо? Я, кстати, тебе сейчас возьму еще там колечки, там всякие украшения. Да, бери, я все люблю. Еще расческу розовую. Конечно же, розовую расческу. Ну, мам, ну какую мне взять? Ну, какую хочешь. Так, я возьму блестящую Эпплджек. Хорошо, мама, ты не возражаешь? Да мне как бы все равно. А, все, спасибо. Фу, я побежала. Ой, доча. Ее купили. Нет. Так, осталось еще несколько вариантов. Ну, какие взять? Ну, какую взять? Я не знаю. Надо идти. Мама! Мама! Доча, ну что ты там все бегаешь? Все сносишь с ног и всех. Мама, я не знаю, какую
Пони купить. И Эпплджек купили. Ну, давай еще какие-нибудь пони поищи. Доченька, я так знаю. Пока ты там будешь болтать, тех пони купит. Это неправда. Там вообще остались, ну, такие редкие. Там, как бы, не редкие, точнее. Редких всех купили. Ну, вот иди быстрее купи, которые остались, а то их раскупят. Да, точно. Да что ты так все орешь вечно весь магазин? Вот мне кажется, все и хотят купить пони, потому что ты вечно орешь. Вот их и разбирают. Неправда. Доченька, уже иди покупай, и мы пойдем на кассу. Хорошо, все. Я уже бегу. Так, и я беру вот это вот пони. Сейчас я возьму. Девочка, с тобой все в порядке? Все пони раскупили! Я лучше пойду. Нет, как? Все, больше нет. Господи, ну почему же всех пони-то раскупили, которые я хотела? Так, спокойно. Почему всех пони раскупили, мама? Мама, я пони все раскупили. Сейчас в магазин ведь разнесу. Мама, всех пони раскупили. Доченька, что ты творишь? Это не аристократично. Мне все равно всех пони раскупили. Девушка, вас попрошу выйти из магазина. Я администратор. Всех пони раскупили. Ай, может, вы на складе посмотрите, есть пони или нет? А то она весь магазин разнесет. Ну, почему мы должны смотреть? Идите вы смотрите. Ну хорошо, да. Просто у вас такая девушка, мне кажется, она сейчас тут все разнесет. Глупая сумка. Девушка, поставьте сумку на место. Я сейчас сама как сумка упаду. Девушка, пожалуйста, поставьте на место. Мы сейчас попробуем на складе поискать пони. Достаньте вот сумку уже на место. Не приставайте к ней, сумочка. А, я упала. Нет, мне эта сумочка нравится. Моя сумка. Да покупайте ее, что вы ее бедную. Господи, издевайтесь над сумкой. Нарушение сумических. Нарушение прав сумки. Так. Ну, давайте, вы будете покупать. Я себе ее куплю, дочке я ей уже доверяю. Ну, хорошо. Так, значит, вам поискать пони? Да, я хочу пони. Ну, так бы и сказали, я бы пошла на склад и поискала бы пони. Сейчас я поищу. Знаете, у нас на складе была вот такая, была пони. У нас вроде еще такая продавалась, у нас просто две вот таких пони. Вы будете вот такую пони брать? Да! Будем брать. Так. Будем мы брать эту пони. Так, да, мы ее берем. Ладно, пройдемте на кассу. Что это было? Я не знаю. Так, хорошо, вот пони, пройдите на кассу. Сейчас я ее вам пробью. Это пони-убийца, я ее назову. Так, значит. Давайте собирайте вещи, идите на кассу. Угу. Сейчас, доченька, давай помогай мне. Не хочу, мама. Я хочу пони. Давай, пони, идем на кассу. Ура. Ну что, вы будете это брать? Да, мы будем это все брать. Да. Хорошо, давайте сейчас я пробью так все вот здесь. Пик-пик-пик.
Так, давайте сейчас я все Бздик. Так, вот и чудесненько. Так, пробьем код, промокодик. Угу. Так, угу. Так, сейчас еще тут посмотрим. Угу. Так, все. Значит, с вас всего... Ой, извините. Сейчас, с вас... Я просто очень слабый. Ой, компьютер, поэтому он плохо считает. А вот все. С вас всего 1000 рублей. О, хорошо, так вот моя карточка. Угу, так, все, можете брать обратно. Так, вы в пакете будете? Конечно, будем в пакете. Сейчас я вот это уберу. Все. Так, я вам сейчас пакетик еще достану и пробью. Че? Так, еле вам пакет ваш достал. Трудно было. Хорошо, сейчас я магию все соберу. И если вам понравилось видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. И всем пока! Пока-пока!